вращение гири вокруг головы. Это комплексное упражнение на мышцы кора, а именно на верхнюю группу мышц кора. Здесь подключаются надплечья, трапециевидные мышцы плечи, но точно так же работают и крупные мышцы спины, мышцы живота, зубчатые и косые мышцы, межреберные мышцы. Относительно нюансов упражнения. Вращение гири можно производить по укороченной амплитуде непосредственно над головой, а можно сделать амплитуду очень широкой, сзади проводя гирю максимально за головой и над головой, а спереди опуская ее до уровня живота. При этом руки зафиксированы в согнутом положении с определенным углом, то есть они не сгибаются и не выпрямляются полностью. Количество раз регламентируется тем, какая перед вами стоит основная задача. Если вы работаете интервальный тренинг, но в круговой тренировке, то количество раз должно быть таким, чтобы вы могли дальше продолжить делать упражнения. Если у вас это упражнение единственное, которое вы работаете в цикле, и между подходами у вас имеется перерыв, то тогда делать можно по полной выкладке и на максимум. Также количество раз лимитируется, безусловно, весом гири и манерой выполнения упражнения. Захват гири может быть как одной рукой, так и двумя, донышком гири как себе, так и от себя.